Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рая, истина и ложь». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участников нашей передачи. Президент благотворительного фонда «Страна живых», автор реабилитационной программы «Страна живых» и руководитель одноименного реабилитационного центра Елена Алексеевна Круглова. Здравствуйте. Здравствуйте. И администратор реабилитационного центра «Страна живых» Томас Клименко Юрудас. Здравствуйте. Здравствуйте. Абсолютно понятно, что о чем мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить о вашем реабилитационном центре, об этой программе. И выпускники вашего центра уже принимали участие в качестве таких видео и аудио вставок в нашей предыдущей передаче. Это те ребята, которые сдавали выпускной экзамен в вашем реабилитационном центре, пройдя длительную реабилитацию от нарко- и алкозависимости. И я предлагаю послушать то интервью, которое они дали нам. И я хочу обратить внимание, что это все молодые люди, все они начали употреблять, можно сказать, системно, где-то с 14-15 лет. Вот, послушаем, что они сказали. Что помогло или сейчас помогает преодолевать зависимость и быть на пути выздоровления? Да, это, ну, очень много. Вот если так... Я свою жизнь сейчас строю, основываясь на том, что у меня есть какие-то, ну, есть обязательства, да, есть обязательства перед родными. Да, я не могу жить, как я хочу. От меня очень много зависит людей. От меня зависит моя мама, мой папа зависит. И тем, что я буду употреблять, я буду причинять им опять колоссальную боль, которую, ну, причинял на протяжении 16 лет. Я не могу этого повторить. У меня, ну. Я не могу этого повторить больше. Есть друзья, да, с ребята, с которыми я проходил программу. Сейчас я могу сказать, что они настоящие мои друзья. За 2,5 года мы с ними, ну, в стране живых прошли столько, да, и мы настолько стали близки, я не могу их предать. Я не могу предать родителей, не могу предать своих друзей, не могу предать своих учителей, которые меня вели все это время. А что помогает сейчас оставаться в трезвости? Мне помогают только друзья и мама, которая борется. Друзья – это ребята, с кем я сейчас стояла на сцене. Лена, Вася – консультант. Именно тот дом, где я сейчас живу. Они мне помогают очень. И дети. У меня есть дети. Что помогает преодолевать зависимость и быть на пути выздоровления сейчас, быть в чистоте? Люди. Люди вокруг. То, что я... Ну вот, прошел вот эту программу, это не просто какие-то там группы, тренинги, уроки, которые я выучил и запомнил. Я главное, что здесь приобрел, это люди. То есть не которые я вот там просто с ними познакомился и все, я их приобрел, я надеюсь, на всю жизнь. У меня появились учителя, друзья, новые отношения с родителями. То есть то, что у меня было, то, что я потерял, и сейчас у меня снова есть, и я надеюсь, будет в дальнейшем. И... У меня даже мысли нету, что я там когда-нибудь что-нибудь могу сорваться, потому что я, ну, сейчас конец программы, я на таком подъеме, честно, потому что как раз есть друзья, есть учителя, я знаю, за кем я иду, с кем вместе, с кем.
Что тебе сегодня помогает оставаться в трезвости и быть на пути выздоровления, с учетом того, что ты уже какие-то знания у тебя есть, психологические анализы ты себя, наверное, знаешь? Ну, знаете, на самом деле, мне кажется, даже не как сутевой психологический анализ, а это люди просто. Люди вокруг меня и тот мир, да, который я себе когда-то представлял, и хотел, чтобы у меня были друзья, были родные, близкие, с которыми я могу общаться, да, открыто, как я никогда этого не общался. У меня есть учителя, друзья, и семья, и влюбленности есть, как бы, поэтому вот, наверное, это единственное, что главное, не единственное, а главное, что мне не дает туда. Какие планы на ближайшее будущее? Планы? Планы сейчас доделать личный проект в доме. Ну, у нас, да, у нас надо сделать личный проект. И пойти уже, не знаю, может быть, останусь там работать, может быть, я пойду еще куда-то работать, пока не знаю. Пока что будем помогать там. Планы на ближайшее будущее. Мы доделываем личный проект в доме, отдаем, так сказать, дань. Вот, выхожу на свободный формат, снимаюсь с учета в наркологии, устраиваюсь на работу и дальше планирую учиться в институте со следующего учебного года. Пока точно не знаю, в каком. Устраиваться, да, работать, но много планов. Устраиваться, работать. Я хочу учиться. У меня дети. Я хочу, чтобы было где жить. Планы большие. Вот. Постепенно надо просто начинать. Это первая работа, если прям что рядом. Вот. Сейчас мне нужно найти работу. То есть в ближайшее время мне нужно найти работу для того, чтобы... Я всю жизнь зависел от родителей. И сейчас мне очень важно стать как бы, ну, самодостаточным в финансовом плане. Я должен найти работу, найти себе жилье сам. И жить. Елена, вот все в один голос говорят спасибо коллективу, который вот сложился в этом центре. А в чем особенность? Вот, на что направлена вот сама реабилитация? Вот в чем она заключается? Что вы брали в основу, которая заложена вот в вашей работе? Да, коллектив. Одно слово понятно, учение Макаренко, наверное, да? Да, но я могу сказать, что мы работаем, мы 20 лет назад нашему центру 20 лет, программе, которую мы создали, и это было такое принципиально, когда мы думали, по какой программе вести наших ребят, мы уже знали опыт 12-шаговый, но мы где-то понимали, что для наших, вот для наших ребят нужно что-то такое, ну, что-то очень свое. А 20 лет это была это были, героиновая наркомания? Да, это был конец 90-х, и, в общем-то, очень много ребят гибло, по правде. И я помню, тогда в рекламе был маршак. Угу. Был вот только один маршак, и вообще не было центров, вообще не было. И это было очень страшно, потому что, ну что произошло, перестройка, да, все вот эта свобода, и все как сюда хлынуло. И первые, кто начал травиться этой свободой, да, вместе с свободой, вместе с жвачкой, вместе там... Это сюда пошли наркотики, и мы, как вот поколение, я считаю, мое поколение, не оказались готовы защитить наших ребят. И поэтому мы тогда от какой-то боли, от, вот мы когда понимали вообще, сколько туда пошло от дури, да, или от крутости, потому что тогда время было крутых, просто крутых ребят, все хотели быть крутыми. И вот это самая большая база, что было круто употреблять наркотики. Как легко было на отсутствие духовности, да, да, предложить, да, страсти. Да, именно вот. Страсти. И это были хорошие ребята, но они были в таком сумасшествии, в такой страсти от свободы, от того, что у них... большая часть ребят, наркоманов, были криминальные структуры. Поэтому программа вся была построена на том, что было очень важно, чтобы они могли собой гордиться. Потому что они сначала гордились, что они употребляли, и было развернуть, что они гордились, что они смогли победить это.
И это было вот именно построено на и вот этот разворот, но так как они приходили, и большая часть их друзей уже погибла, и это были везунчики. По правде, везунчики, которых мы смогли спасти. И они, по правде, крутые, и было круто не употреблять. Какая была сложность, наверное, самая большая, потому что все равно, вот мы говорили, что это целое поколение отравленных бездуховных людей, потому что одни ценности были разрушены, а других мы еще их... И, ну, как бы не было героя. Герой был там, не знаю, фильм этот... Криминальный, ну нет, Саша Белый, да, был вот этот, ну, в общем-то, такое достаточно, ну, страшное время, а ребят хорошие, вот по правде, они, ну, вообще, наверное, нет чужих детей, все дети наши. И вот тогда мы, когда начали программу, мы поняли, что вот если брать 12-шаговые, где надо очень много на осознанность, на пропишите. Наших так просто не возьмешь, пропишите. Нам, ну, нашим нужно более... они должны чувствовать, потому что все должно быть построено на чувствах. Они должны чувствовать, что они побеждают. Они должны чувствовать, что они не просто победили сами, но вся программа построена. Если ты вылез из этого, помоги. И вот на это помочь другому вообще вот большая часть вот это построено, потому что они, когда начинают, они обязательно становятся старшими братьями, и главное, что они хозяева этого дома. Лена, вот все мы представляем портрет, образ наркомана. И вот наркоман к вам приходит, и вот трудно представить, чтобы этот человек стремился там через там, месяц, через два, через три кому-то что-то помочь. Вот, ну, просто трудно представить. Вот как удается добиться вот такого положительного результата? Может быть, я отвечу, да, на этот Томас. Вопрос. Потому что я сам выпускник программы, я имею опыт употребления. Ах, вот так? Да. Сам проходил программу, и, собственно говоря, я знаю ее изнутри. Вы абсолютно правильно сказали, что наркоман – человек, который привык жить только для себя. Это эгоист. Это эгоист. Это человек, который все время врет. Да, это циничный эгоист, который постоянно врет и думает. Единственная его цель – это добыть наркотик. И точно я вам скажу, что за 2-3 месяца эта история не изменится. Поэтому программа реабилитации у нас длительная. На данный момент, вот во времена, когда она только писалась, она была около года. Около года, да. Сейчас сроки увеличились. И сроки увеличились, потому что и ребята изменились. Как Лена говорила, раньше были... Ребята, ну, скажем так, заточенные на криминал, заточенные на какую-то идею. Сейчас, к сожалению, новое поколение... На понятие. Но это тоже были законы. Тоже были законы, да. Но вот эти ребята, которые вот в начале передачи давали интервью, а глядя на них, не скажешь, что это наркоманы. Хотя начинали они с 14-15 лет, и у каждого опыт, я уже говорил, не менее 10 лет. Да, в том-то и дело, что за тот срок реабилитации ребята смогли перестроиться. Они обрели определенную духовность. А вот с чего начинается? Вот мне вот, чтобы представить, мне вот тяжело, признаюсь честно, тяжело представить... наркомана, который вот приходит, и вот первый день его, первая неделя, может быть, даже первый месяц. Вот те ребята, которых я видел, это уже те, кто больше года, а кто-то уже 2 года, это их выпуск. Вот, они прошли полный курс реабилитации. Глядя на них, кажется, что все легко. А вот представить, приходит человек, у которого ломка, человек, который в 10 лет, более 10 лет был в употреблении. И вот он приходит. Что его ждет вот в первые дни, недели, месяц? Вот я как раз могу рассказать про свой опыт, про себя. Да. Моя история, я употреблял достаточно долго, и, скорее всего, я из поколения тех самых 90-х. А извините, сколько вы в чистоте? 6,5 лет. Наверное, чудо, что я выжил. То есть у меня опыт употребления порядка 20 лет. А что употребляли? Героин. Ну, я из поколения тех самых 90-х. И, понятно, я пришел абсолютно разрушенным. То есть я ни во что не верил. Был на той стадии, когда и жить неохота, а умирать страшно. Вот это вот та самая точка поворотная, когда я понял, что что-то надо менять.
бывшая подруга мне нашла реабилитационный центр, и я туда попал, в страну живых. Первое, что я понял, что я почувствовал, что это территория свободна от наркотиков. Здесь нет наркотиков, и здесь можно выдохнуть, потому что тот груз, те чувства, потому что человек, употребляя наркотики, он все равно чувствует, что он делает что-то не так. Это замкнутый круг, он бежит сам от себя. Попав в страну живых, я понял, что есть возможность остановиться, просто выдохнуть и осмотреться. Был такой момент, что был небольшой выезд в ближайший дом культуры. Буквально на 9 мая ребята делали постановку, поздравляли ветеранов. И я просто боялся выйти за территорию реп-центра, потому что я понимал, что если я окажусь один, то меня ничто не держит, я сорвусь. Потому что жить по-другому я не умею. Я перед реп-центром отлежал в больнице, меня вывели. Ну, и я тут же сорвался на следующий день, потому что я не умел жить трезво. Потому что вроде бы тело мое очистили, а душа в смятении, душа не знает, что делать, не умеет жить трезво. И тот груз и вины, и бессилия, и обид, он все давит. И единственное средство, которое я знал, это наркотик, который, собственно говоря, в кавычках прощает все. А тут, оказавшись в стране живых, я понял, что здесь этого нет. И здесь, правда, можно довериться ребятам. То есть такая площадка чистоты. Вот система Макаренко – это система терапевтического сообщества. Сообщество, которое лечит само собой. Там, где ребята направлены на одну идею выздоровления, где основная часть ребят уже достаточно давно на программе и может поделиться своим опытом выздоровления. Ну, Макаренко, он в основе души людей. Да. Лечил. Даже души детей, вот правильнее детей. Сказать так, да. А вот есть парадокс. А все наркоманы, да, они практически дети, да? Да, да, конечно. Я начал употреблять в 18. Те ребята, у которых брали интервью, начали употреблять еще раньше. Угу. И тот уровень сознания остался на том же самом. Он подсознательно... Все равно, как бы душа не загрязнялась, все равно есть желание... вернуться к чему-то светлому, потому что по-другому, ну, невозможно. Это, как бы ты себе что-то там не объяснял, все равно ты внутри знаешь, что ты не прав, что что-то с этим надо решать. И вот когда появляется альтернатива наркотику, для меня это стало альтернативой страна живых. Вот то самое чистое место, по сути дела, вот то самое сообщество. Конечно, было сложно. Конечно, я попал в новую среду, где нельзя было разговаривать про наркотики. Мне нельзя было ругаться матом и на сленге, где запрещено любые формы насилия, то есть вплоть до угроз. Основная идея в том, чтобы человек чувствовал себя свободным, почувствовать на самом деле свободу. Наркотик, он дает ощущение свободы. А здесь... Лживое. Это всего лишь иллюзия, потому что человек употребил, и какой-то период времени он чувствует, да, правда, прилив сил, прилив... А тут тебя учат быть на самом деле свободным. И это постоянно. То есть... А скажите, пожалуйста, вот как соблюсти те установленные правила, которые определены вот, в вашем реабилитационном центре? Существует ли какой-то режим, там, вот, да. Какой-то порядок? Конечно. То есть, по сути дела, в реабилитационном центре... Охраняется там эта зона эта или нет? Вот... Одно из больших отличий нашей реабилитации – то, что выбор реабилитанта на прохождение программы, он должен быть достаточно глубоким и мотивированным. То есть человек должен сам хотеть пройти реабилитацию, у него должен быть запрос. Ну, конечно, очень Томас. Часто, да. Ну, я рисую идеальную картинку. Он какую-то идеальную картинку да. За последние, я не помню, наверное... За 20 лет я помню двух человек, которые пришли сами. Вот двух человек. Томас, вот ты тоже хотел. Ты, конечно, не такой яркий представитель выживших, потому что он к криминальной структуре не имел отношения, потому что Томас наркотики... Ну, я попал в эту историю через неформальные какие-то движения и так далее. Там и мы ему запрещали читать... какой я тебе поэта...
Ты все время разрешили читать только Заболоцкого и Галича. Вот давайте будем говорить о том, что разрешали. Да, нет, потому просто позитив, он все время читал... Это вообще таких наркоманов нет, потому что он читал Заболоцкого, он читал это. И он когда-то наркотики хранил. В какой книге? По сути дела, да. Чтение книг, увлечение была... прекрасное. Это была просто ширма, за которой я хотел спрятаться, да, от это... мира. По сути дела, наркотики, они... давали иллюзию того, что иллюзию безопасности. А так, по-хорошему, я просто боялся быть самим собой. Я не знал, кто вообще, я такой. Наркотики развивали страсти ваши. Одну за другой, получается так. Да, можно сказать, что... подпитывали. Ну, они вот... подпитывали страсти. Я не знаю, наркотик, он убивает душу. Вот на самом деле первое, что происходит. Вот психологи говорят, уничтожаются сферы личности. Уничтожается душа. Человек, употребляя наркотики, он боится... Почему он употребляет? Он боится чувствовать те неприятные чувства, которые... Вот страх, людям, боль... людям, которые не употребляют, очень тяжело понять людей, которые были в употреблении. Я никогда, я как автор программы, никогда не употребляла наркотики. И это тоже принципиальная вещь, потому что мы создали программу не про наркотики, не про то, как их не употреблять, а как их, как влюбить в жизнь без наркотиков. И это принципиальная задача, потому что вот в самом центре с ребятами должны работать, как бы называется, 50 на 50. Те, кто когда-то употреблял и бросил, да, и те, которые никогда не употребляли, но так любят жизнь, так, понимают, в чем есть вкус жизни. Потому что, ребят, 30% программы – это о наркотиках. И то у нас все разговоры о наркотиках даже не в самом доме. Вот. А 70% – это о смысле жизни, о ценностях, о Боге, о дружбе, о любви. И вот как жить так, да, чтобы ценить эту жизнь, любить, и чтобы вообще никогда не продать ее за какие-то наркотики. И поэтому наши ребята, выпускники, не похожи на наркоманов. Это один из принципов. Вот я сейчас смотрела на ребят, которые говорят, смотрю на Томаса, и понимаю, что мне вообще даже не хочется говорить, потому что это и есть результат. Вот результат программы, что ребята, которые выходят из нашего центра, не похожи на наркоманов. Про них вообще нельзя сказать, что они наркоманы. Вот это главный результат. Поэтому, когда к нам приходят в центр, например, родители, я говорю, здравствуйте, я вот руководитель, конечно, но давайте вот вас ребята проведут по центру, будут рассказывать. Потому что не я результат, а ребята результат. И вот когда я слушаю его, Томаса слушаю, я, в принципе, мне хочется так сложить лапки и сказать... Говорите. Все получилось. Да, да, так потому вот что является результатом. Вернемся все-таки к вопросу, к моему вопросу. Вопрос на основе режим. Режим. Да. Значит, изначально. То есть колючей проволоки нет. Нет. Вокруг. Значит, изначально программа была создана так, что нет ни решеток, ни заборов, никакой милиции, никакой охраны. Те ребята, которые живут в этом доме, они являются хозяином этого дома. Потому что принцип такой, что сам наркоман – это ребята, которые великие лгуны. Они настолько это талантливейшие лгуны. Да. И если ты хочешь их, называется, поставить заборы, поставить решетки, обхитрить, это заводит еще больше азарт. Они находятся азарт, давай, мы сейчас придумаем, как, какие заборы обойти. Поэтому, если они хозяева этого дома, они тогда в этом доме 100% не будет ни наркотиков, ни насилия. Вот все, что они сказали, что здесь будет, вот то и будет в этом доме. Но это тогда должен быть определенный костяк. Поэтому да? Вот таких центров, как наши, много не может быть. Вот Вы говорите, ребята говорят, там большая благодарность. Мы когда начинали первый год, у нас первые три года мы так были тоже крутые, нам казалось. И мы говорим, все, каждый год по центру, в каждом городе по центру. Но мы по правде создали очень хорошую программу. И только после 10 где-то лет мы поняли, что невозможно.
Наших центров не может быть много. Почему? Потому что самая большая ценность — это те люди, которые там работают. Это такой золотой фонд. Золотой фонд, но любого консультанта, чтобы вырастить, это нужно 5-6 лет. И чтобы открыть центр, нужен костяк. Чтобы открыть центр, нужен костяк ребят старших. Вот представляете, например, в центре 25 человек. Из 25 старших, которые проходят программу где-то не меньше года, 70%. 70% из 25 – это старшие. И ребят по одному ориентацию берется один человек в месяц, прикрепляется к старшему брату, один человек всего. Это как наставник получается. Да. И он его в течение месяца, да, никогда от него не отходит. Даже в туалет он сопровождает. И вообще целая команда ребят думает, как этого человека, как вот этого наркомана, который потерянный, растерянный, который не хочет. Не приходят ребята сами. Всех приводят, неважно, даже в 30 лет. Ему 30 лет, а его за ручку родители. Потому что сердце болит у мамы и у папы. Они понимают, что вот... Все, они теряют своего сына. И как-то его мотивируют, как-то довозят до центра, а там наша уже задача, как целая команда, как говорят, что воспитывать ребенка – это деревня. Невозможно два человека, мама и папа, воспитывают ребенка. Вот он, мы такой, то есть практически такая большая деревня, да, есть старший брат, есть ребята, которые более старшие, есть целый, конечно, свой консультант, который сразу прикрепляется. И вот этого человека, который вот совершенно, да, с ним просто начинают разговаривать. Что он первое, что он делает? Он ищет своих. Mm-hmm. Он заходит и думает, ну где здесь эти свои? С кем поговорить? С кем помутить? И он вообще не может понять, а что происходит? Матом никто не ругается, сленгом никто не ругается. Он сначала не очень верит. Он, даже некоторые ребята приходят и говорят, а вы по правде все наркоманы? Попал в страну живых. Да. Да, и он понимает, что он попал. Он не может найти своих. И от того, что... Ну, он сначала немножко потерпит. Ну, думает, ну ладно, ну месяц, ну два. А через месяц, через два-три многим начинает нравиться. Потому что, ну, вот Томас сейчас говорил, что, ну, что наркомания – это болезнь души, да? Но вот я даже могу сказать, что душа-то вообще всегда чиста. Душа ждет, она вообще... Душа, вот наркотики душу не затрагивают. Тело больное, эмоции больные, выжженные. Человек в такой в серости находится. А вот душа, вот как ребенок, да, вот в каждом есть ребенок, она все равно ждет. Вот она болит и чувствует, что она просит, чтобы его спасли. То есть здесь можно сказать даже не о реабилитации, а об абилитации. То есть да, человека да. научают да. тому, да. что у него никогда еще в жизни не было. Да. Жить просто да. человеку. И вот огромная роль родителей, здесь огромная роль, чтобы они, мы за них сделать работу их не можем. Они должны закрыть двери. Закрыть двери своих комнатных, потому что сейчас наркоман – это комнатное растение, которое сидит за компьютером, потому что наркотики можно, не надо никуда выходить, можно достать через компьютер, могут принести на дом. И поэтому это достаточно комнатные, инфантильные детки, хотя могут быть любой возраст, которые не привыкли ни к каким поступкам и вообще не способны. То есть это полный инфантилизм. Но желание-то быть личностью, оно все равно заложено, природой заложено. То есть мы практически, что мы делаем? Мы работаем вот на эту природу. Да, хотя даже сейчас настолько вот приходят ребята, что иногда давишь на, думаешь, ну не может быть, наверное, должна быть какая-то гордыня. Ну, ты говоришь там, он ничего не хочет делать, он говорит, ну вот понимаете, он попадает. Ну гордыня это плохо. Знаете, даже не гордыня, самоуважение. Иногда даже гордыня это плохо, но иногда можно немножечко на начальном этапе. Например, человек приходит, он у нас, например, нельзя, вот то есть, если есть в 8 утра подъем, то никого не спрашивают. Вот ты первый день, первый час, ты идешь по полному режиму. То есть к нам приходит после медицинского, у нас никаких медицинских выводов нет, никаких ломок нет.
врачи делают хорошо свое дело, низкий поклон им, да, и после этого к нам. А врачи это наркология? Наркология, да. То есть мы вот совместно с наркологией, но самих наркологов, как врачей, как этого у нас нет, потому что к нам приходят после. А у какой у вас персонал? Психологи? У нас психологи, педагоги. Педагоги, тренера, то есть у нас... Значит, есть большой блок, это психологический блок, где работают психологи, и у каждого прикреплен свой консультант. Есть огромный 30% программы, это творческий блок, то есть это педагоги по, представляете, у нас преподают этикет, сцен-движение, танец, вокал, хореография. То есть это... У вас как в кадетском корпусе. Да, по сути дела, да. Или в престижном лицее. Да, именно так. Потом целое направление – это патриотическое воспитание, где есть тоже, ну, даже тренер. Это гражданское патриотическое направление в реабилитации. Вообще сейчас, можно я возьму слово? Блин, прости. Программа. Из чего она состоит? В принципе, когда приходит наркоман, все сферы его личности, как я говорил, уже разрушены. И наша задача нарастить их. Понятно, что тот наркотический опыт — это отдельная работа, и, как Лена сказала, это те самые 30%, с которыми работают именно психологи. А есть часть педагоги. И вот в программе существует несколько направлений. Первое направление — это психологическое. Это работа именно со зависимостью, именно с неразрешенными какими-то внутренними проблемами, из-за чего человек пришел к наркотикам. Опять же, само сообщество учит человека выстраивать заново отношения. То есть объясняется, в чем суть проблемы? В чем суть проблемы? Человек зачастую сам докапывается до этого. Психолог ему только помогает, направляет. И опять же, как себя человек ведет в сообществе, ведь он как на ладони. В течение 2 лет все психологи, все ребята видят, какие негативные стороны его, какие положительные. В этом смысле психолога невозможно обмануть. Угу. То есть ему нам болтать что-нибудь нельзя. Наговорить, потому человек что мы видим, как постоянно. Он живет. Да, как на открыт. Да. И поэтому докапываются до сути. В принципе, в программе есть несколько фаз. Ну, первая фаза – это ориентация, когда человек только приходит на программу месяц. Он принимает решение, насколько подходит ему эта программа, вообще знакомится, интегрируется в это сообщество. А бывают такие, что через месяц уходят? Бывают. Бывает, что уходит и позже. Бывает такое, что выгоняем. Потому что на программе есть четкие правила, четкие законы. И в чем достоинство нашей программы, и в чем основной ее смысл. Мы никогда их не нарушаем, не идем на поводу. То есть, несмотря ни на что, если человек нарушил правила, он должен за это отвечать. А вот из 10 человек, сколько человек не доходит до конца программы, а уходит? Ну, в разное время. Вы знаете, уходит. Давайте я лучше в процентном соотношении скажу. Но из 100 человек, условно пришедших на программу, ну, где-то 25 отсеивается, может быть, даже... В течение всего периода времени. В течение 3 лет, да. Но и где-то 60% выпускников остаются в трезвости. То есть это статистика за 20 лет. А бывают такие, которые вот ушли и потом к вам вернулись? Да, конечно. Есть такие, да? Конечно. Это в том-то и дело. Это ценно, кстати. Это ценно, потому что... Точно. Вот я, опять же, про себя могу сказать, что это территория, где ты можешь быть самим собой. А это особая ценность. Потому что наркоман чаще всего живет под личиной. И очень много энергии тратится на то, чтобы соответствовать какому-то там образу. А здесь человеку дается... по сути дела, учит быть свободным. Он становится свободным. Программа делится на фазы. Опять же, я вернусь к этому, чтобы выстроить логическую цепочку, чтобы было понятно. Первая фаза — это сразу после того, как человек принял решение оставаться на программе. Человек учится быть самим собой. Он скидывает личины, он очищается от всех нанесенных наркотиком иллюзий, от тех масок, в которых он жил. Но вот если я, опять же, про себя я скажу, у меня был образ эрудита, интеллектуала и так далее. Я прятался за этим, я читал книжки и с умным видом говорил с как бы умными людьми. Огромное, колоссальное количество энергии я тратил на это, а по сути дела душа моя была... Спала. Не на месте. Спала. На самом деле это был кошмарный сон, честно скажу. Mm-hmm.
Точно так же и у многих других ребят. Кто-то из себя изображал криминального авторитета, кто-то из себя великого спортсмена и так далее. Задача первой фазы – стать человеком. Проснулся. Встретиться с самим собой, узнать, кто я такой есть на самом деле. Вторая фаза не менее сложная. Условный человек очистился. Условно, потому что все равно эти иллюзии, они нарастают. Это человек привык жить так. И, условно говоря, он очистился и встречается с самим собой. Кто же он такой? Это может быть самая сложная фаза. Встретиться, понять, какие у тебя недостатки, какие не, у тебя не испугаться плюсы. Самого себя. Не испугаться. И здесь очень важна поддержка, ребят. Поддержка нужна на каждом уровне. И я неправильно говорю? Каждый уровень. Здесь более, важный, здесь более важно. Знаете, каждый уровень важен на своем этапе. Здесь нельзя, потому что есть еще и третий уровень. Я и общество. Я и социум. Это когда ребята учатся отдавать. То есть на первой фазе человек, фаза чистки, он чистится. Вторая фаза. И он все берет. Вся программа работает на него. Да. На него помогает. Все... Если на ориентации человек ходит просто со старшим братом, который постоянно с ним находится 24 часа в сутки, на фазе чистки человек включается уже, он несет какую-то ответственность. Он на себя принимает... Вот со старшим братом, то есть с наставником. Да. А наставник – это как раз вторая фаза, которая чувствует ответственность за младшего брата. Да. То есть, как интересно, он учится. Да. И опять же, есть внутренняя структура в реабилитационном центре – самоуправление. Есть основа – это вот первая фаза. Ну, порядка 50%, да, ну, в процентном соотношении, если. Те ребята, которые вот только-только набирают, скидывают на маски, идут за ребятами, которые... уже имеют такой опыт, которые уже очистились. Это вот вторая фаза. Это дежурные. Они несут административную функцию в доме. Они есть... на телефоне. То есть отвечают на телефоне ребята? Да, они отвечают за распорядок дня. Направляют всех вновь прибывших. То есть распределяют. Несут. Есть экспедиторы. Ну, такое название. В принципе, их цель, они младшие консультанты. По сути дела, они, проходя программу, они учатся отдавать уже. Они, вот, они уже руководят. И они руководят домом, да. То есть они составляют расписание, они смотрят, что происходит с кем из ребят. Вот во многих центрах консультанты находятся 24 часа в сутки. У нас такого нет. У нас полное самоуправление. То есть на ночь... реабилитационный центр остается в руках ребят. И здесь точно нет наркотиков. Здесь нет задачи кого-то обмануть. То есть друг друга не обманешь. Все как на ладони. Прям как в известном фильме «Республика Шкид». Да, да, так, да. И есть. Так и есть. Так и есть. Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинные ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи, программы «Рай. Истинные и ложные», начиная с 2012 года, их уже более 250, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный». А видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время. Тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Очень много говорится об эффективности арт-терапии. Вот поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я так думаю, что за 20 лет у вас, наверное, уже опыт наработан. И достаточно эффективно вы его используете, те формы и методы, которые у вас имеются.
Вот что такое арт-терапия в вашем представлении и что вот реально вы можете предложить ребятам? Ну, давайте я начну. Я как театрал. А что вы заканчивали? Я заканчивала в ГИК. Вот, режиссерское отделение. Вот, и... Уважаемые радиослушатели, вот у нас такие специалисты оказывают помощь людям, да, преодолеть алко- и наркозависимость. Да. Вот, и это мое было первое. Ну, как бы театрал — это навсегда. Любовь к театру, любовь — это оно... Вообще любовь, она никогда не проходит настоящая. И поэтому, конечно, когда мы думали, что кроме психологического блока, то первое, что у меня пришло, это, конечно, это театральное свое воспитание, потому что я считаю, что меня именно сделало, я там с 15 лет в театральной студии. Что такое театральная студия? Это там, это тоже сообщество, и сообщество людей, объединенных одним спектаклем, но где мы все очень зависимы, да? Потому что кто-то шьет костюмы, кто-то делает реквизит, ты же актер, там и режиссер, и мы все вместе, мы единое делаем одно дело. И поэтому, и я вот помню себя, я была очень в 15 лет маленького роста, такая вся закомплексованная, я боялась там говорить. Я когда рассказываю про себя, что я была такая, они говорят: Лена, это невозможно. Я говорю: это возможно, но меня именно сделал театр, вот снял эти комплексы, научил не просто говорить, а доносить мысль, да, когда ты выходишь на сцену, и ответственность за каждое слово, за каждое твое слово, за каждое твое движение, это огромная большая ответственность. И вот мой педагог, это Сергей Вячеславович Клубков, который создал программу «Страна живых», творческий блок, это создатель нашего, это целого вот этого большого направления. К сожалению, его сейчас уже нет живых, но все его ученики работают во всех центрах, и я, как его ученица, понимала, что он нас учил не просто театру, он нас учил жизни, да, через... вот его курс невозможно было пройти, он с первого курса выгонял даже не за то, чтобы... профнепригодность, а, например, выгонял мужчин, ребят, которые не уважают учителя или не уважают женщин, которые могут хамить. Он мог выгнать, потому что он говорит, режиссуры и на сцену не имеют права выходить человек, который хам. Я не буду его учить. И поэтому вот целый, мы в творческом бломе, кроме этикета сэндвижения, танца, вокала, мы обучаем как бы главному ребятам быть свободными. Вот быть свободными, а для чего нужно быть? Так можно так, это ты свободный хам. Это опасно вообще давать. И поэтому свобода должна быть обязательно с нравственностью и с духовностью. Именно это вот самое большое вот, обучаем на творческом блоке. Я хочу передать Томасу. Да, да, я просто дальше хочу небольшую ремарку. Наш благотворительный фонд, наш реабилитационный центр стал участником президентских грантов, выиграл наш проект. Он называется «Станиславский против наркотиков. Описание методики театрально-творческого направления в реабилитации алко- и наркозависимых». Как раз мы собираемся обучать другие реабилитационные центры этой методике. То есть сейчас мы ставим целый ряд спектаклей, будут показаны эти спектакли и будут приглашены специалисты из других реабилитационных центров, с которых мы просто покажем, как это делается, саму идею. Ну, я не уверен, что точно можно скопировать нашу методику, но какие-то элементы каждый реабилитационный центр может взять основу. Для себя. Основу, идею. Главное научить специалистов других реабилитационных центров арт-терапии, чтобы они могли использовать этот опыт в своей работе. Да? Да. Первый этап, это когда ребята с ребятами делают тренинг, вот это где снимаются комплексы. Потому что большая часть ребят, которые выходят в наркотики, это очень закомплексованные с низкой самооценкой ребята. Очень закомплексованные. Они не умеют не просто говорить, они не умеют двигаться. Они вообще, главная их энергия — это страх.
именно в самом, когда они занимаются вот, вот арт-терапией, да, именно снимаются вот эти комплексы. Там есть какие-то специальные упражнения? Обязательно. Да. Есть специальные упражнения, и именно вот... Упражнения основаны на, на тренинге актера, написанном Вячеславом Кубковым. Это и есть прям актерский очень, и у нас преподаватели именно... которые преподают в Щуке, работают, да, которые преподают в институтах и работают по этой системе, преподают это ребятам. Второй этап – это когда уже с ребятами делаются постановки. Постановки принципиально. И вот они по вот этому тренингу сдают, сдают зачет, ну, то есть открытые уроки. То есть если он не освоил определенный курс... Он не перейдет на другой этап. Ну, знаете, это все серьезно. Не столько освоил, потому что... раскрылся. Открылся. Да, вот он свободный. Когда тело его, да, это очень важно. Да, потому что очень много физических. Когда человек свою эмоцию сдерживает, а наркоман постоянно врет, эмоция-то сидит внутри, появляются зажимы телесные. Ну, вот задача, да, а тем более находиться на сцене и перед тобой много до людей. До сцены он пока еще... До сцены. Он еще пока не выходит на сцену. Он учится обладать, не то что владеть своим телом, связка душа, тело, голова. Вот именно... почувствовать себя свободным. То есть сцена – это уже выпускной экзамен, получается? Нет, да? Есть сцена, второй этап. Да, вот как раз про него Лена сейчас расскажет. Да, второй этап – это когда вот он сдает открытый урок, и он переходит, с ним делают уже такую постановку, мы так называем это сказка, потому что сказка почему? Потому что это большинство постановка для детей. Да, когда и мы эти спектакли делаем для детей, это, наверное, тоже принципиально. Принципиально все, что мы делаем, надо делать для кого-то, не для себя. Всегда выход должен быть для кого-то. Если мы делаем вот эта сказка, она делается для детей. Если мы делаем 9 мая, то это для ветеранов и для других. Если мы делаем экзамен, это тоже туда обязательно приглашаются. Мы всегда говорим, что, ребят, вы никогда не делаете... В жизни вы всегда связаны для кого-то. Всегда вы рассматриваете себя не в свете «я на себя смотрю», а в свете «что получает человек, который вас слушает?» Что вы сейчас даете другому? Поэтому второй этап – это делается сказка, это такой зачет. Это уже с режиссером, с педагогом, который ставит. А ребята большинство играют... Ну, такие, не такие речи, да, может быть, зайчики. Это образы. Образы, да, но через зверей. Которые имеют страсти. Да. Да, страсти, да. Какие-то черты характера, которые достаточно... Человек, актер, участник программы, он... Ну, мы не актеров ищет... Ну, да, да, да. Не готовим актер. Мы не актеров, я это имею принципиально. Да, да, да. Мы не все-таки актер... хороших людей, главная задача нам, нас. На наша. Сцене он проигрывает образы, ищет в образе актера, в этой роли, находит в себя какие-то свои черты. Он это проживает и может это увидеть со стороны, изнутри, на трезвую. То есть это вот... Тоже такой достаточно сильный психологический момент. Да, Томс, ты играл... У меня, да, была сказка «Дюймовочка». Я играл двух персонажей, оба достаточно сомнительные. Я играл крота и играл жука. Что ж, я в каждом персонаже чувствовал... Узнавал какую-то себя, свою, да, часть, конечно, да. Конечно. И теперь я точно, по крайней мере, вот, когда у меня появляются такие проявления, я чувствую, что да, я с этим знаком. И если что, это у меня всегда лежит в кармане. Опять же, вот как я говорил, задача программы – познакомиться с этими негативными сторонами и нарастить положительную часть. А вот следующая часть – это уже как экзамен, раз экзамен. И я понимаю, что вот у вас будет показано какие-то... Это уже завершающая часть творческого блока, но и только завершающая часть самой реабилитации, вот... стационарная реабилитация, потому что выпускники, как у нас они радостно говорят, что в страну живых, если ты попал, то ты попал. Попал на всю жизнь. Что это такое? Что даже если ты повесил герб, ты все равно становишься выпускником, а выпускник – это тот человек, который является гордостью, тот человек, который
приезжает на день рождения и приезжает в дом, вот можете представить, любой выпускник в любое время приехал, останавливается, говорим, в доме выпускник. Это значит, все собираются в зал, и выпускник подходит к своему гербу, это, ну, к своему гербу, и говорит, я, меня зовут так-то, я выпускник страны живых, и я не употребляю там 19 лет, 18 лет, 17, 15, 14. И все, кто находится в доме, все ему аплодируют. И поэтому ты, это для тебя всю жизнь, на всю жизнь, сколько бы ты это дом, где это твоя честь, где ты ум, честь и совесть. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Елена и Томас, у вас есть возможность по одной минуте вот обратиться к нашим радиослушателям и, возможно, к людям, у которых вот существует проблема у близких с зависимостью. Я хочу сказать, как человек, как мама, да, там, 5 детей, и как человек, который 20 лет уже работает, сейчас очень много открывается центров, очень много, если вы... И я хочу обратиться к родителям, которые попали в эту ситуацию, попадают целые семьи. Будьте внимательны при выборе реабилитационных центров. Обязательно все, что вам рекламируют на сайтах, проверяйте. Приезжайте в центр и смотрите, и чувствуйте своими глазами и своей душой, прежде чем вы выберете и отправите куда-то своего ребенка. Будьте внимательны к этому. Да, Томас. Ну, что ж, я, наверное, скажу для ребят, которые употребляют наркотики и не знают, куда им деться. Потому что каждый человек, употребляющий наркотики, все равно чувствует, что что-то в его жизни происходит не так. Ребят, поверьте, есть шанс. Он зависит от вашего выбора. Сделайте правильный выбор. От этого зависит и ваша жизнь, и жизнь ваших близких. Поверьте, есть жизнь без наркотиков и есть возможность жить трезво, жить достойно, быть уважаемым и уважать других. Спасибо. Спасибо. А в заключение нашей передачи я предлагаю послушать продолжение интервью, которое прозвучало в начале нашей передачи с выпускниками реабилитационного центра «Страна живых». Это их обращение к родным и близким. Послушаем. Что ты можешь сказать сейчас своим родным и близким? Мама, папа, да, ну и бабушка. Я хочу вам сказать, что я вас не подведу. Я тоже беру на себя всю ответственность, то, что я делал, да, и я виноват в том, что я причинил вам столько боли. Я на сейчас ставлю точку на этом и начинаю все с нуля. И вы можете на меня надеяться, я всегда буду для вас опорой в дальнейшем. Я вас очень люблю. Ну, это мои близкие, родные. На самом деле, большое просто спасибо за то, что однажды вы мне помогли, и я вам очень за это благодарен, и я вас точно не подведу дальше. Вот, потому что я вас очень люблю, и ну и все. Что ты можешь сейчас сказать своим близким, родным? Спасибо. Спасибо, что никогда не теряли веры. Спасибо, что вы у меня есть. Я хочу обратиться вообще, кто меня сейчас знает. Ну, это моя мама, сестра. В принципе, страна, я знаю, будут смотреть там Лена, Вася, Анвар, Миша, Дима, Кореняк. Ну, много людей. Моя опека, те люди, которые мне помогли найти страну живых. Я вам очень сильно благодарна за то, что я сейчас живу, дышу. И у меня есть такое прекрасное место, о котором я всю жизнь мечтала. Спасибо большое. Ну вот, вы видели, ребята обращаются именно к своим близким, фактически это созависимые. Вот Томас,
Что у вас, какая работа проводится еще в этом направлении? Да, это огромная работа. То, что в программе где-то 30, а может быть и 50 работа, процентов работы происходит именно с родителями, потому что очень часто проблемы с наркотиками возникают из семьи. И вот наш благотворительный фонд, наш реабилитационный центр стал победителем грантов мэра Москвы. Грант называется «Преодоление созависимости». Наши специалисты будут обучать специалистов социальной сферы города Москвы, как работать именно с родителями, как мотивировать ребят на прохождение реабилитации, как показать, как обострить всю эту проблему, чтобы человек нашел выход из сложившейся ситуации. И еще раз хочу напомнить, что всегда есть выход из этой ситуации и для родителей, и для детей. Надо только искать, нельзя отчаиваться. А это очень важное направление, потому что человек, который выздоравливает, он же куда-то возвращается, он должен попасть в ту среду, которая подготовлена его принять уже совсем в другом качестве. Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день по пятницам в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Елена и Томас, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий. Сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день подарок. Если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день подарок. Если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами. Когда смысла нет и один во вселенной, вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день подарок, если мир.